Сегодня Всероссийский день заповедников и национальных парков. Именно к этой дате приурочена выставка в Краеведческом музее, которую представили сотрудники Государственного природного заповедника Утриш. Это своего рода огромный гербарий, в составе которого уникальные растения флоры анапского заказника. История создания коллекции весьма интересна. Заповеднику помогли экологи из Мурманской области. Студенты под руководством Михаила Кожина приехали к нам в мае 2016 года и собрали нам коллекцию растений по нашему списку. Мы выбрали самые уникальные, краснокнижные, редкие. К сожалению, погода не позволила высушить гербарий здесь, на месте, и им пришлось увезти его в Мурманскую область, в Кандалакшу. Там они его обработали специально, высушили, потому что мы, допустим, этого делать не умеем сами. Это такой серьезный научный труд. Перед Новым годом сотрудники заповедника получили экспонаты. В их числе третичные реликты, которые появились на Земле более 62 миллионов лет назад. Кроме этого, представлен ряд растений, растущих только на территории Анапского заповедника. Всего здесь произрастает почти 1000 растений, 51 из которых занесено в Красную книгу. Экспозицию планируют расширить. Постоянное выставочное место она займет среди экспонатов Краеведческого музея, который уже много лет сотрудничает с заповедником Утриш. Сотрудничество постоянное, ежегодное. Проводим совместные конкурсы экологические с детьми. Они помогают в создании экспозиции нашего музея. Вот, например, сегодняшняя выставка яркое этому свидетельство. Вот, различные исследования научные, они передают нам свою сувенирную продукцию, которую мы очень хорошо храним с годами. Вот, у нас представлены практически все материалы, которые вышли у них. Здесь же на выставке были награждены анапчане, которые победили во всероссийском конкурсе рисунков «Мир заповедной природы». Из 2000 работ со всей России только 86 вышли в финал. В число победителей вошли анапчанки Маргарита Макашина из детской школы искусств номер 2 и студентка МПГУ Дарья Бойко. Я нашла хороший ракурс именно этой змейки, то есть я действительно брала и срисовывала с авторской какой-то фотографией на сайте Утриша. Ну и мне как-то ближе пал выбор на змею, как-то в душе легче. Жители и гости города могут познакомиться с уникальной выставкой в Краеведческом музее Анапы по адресу Протапова, 1. Также сотрудники заповедника Утриш планируют открыть подобную экспозицию в историческом музее Новороссийска. Открытие выставки состоится уже этой весной.